И запись пошла, как говорится. Всем здрасте, ребята. У нас сейчас идет прямой эфир, если что, да? То есть вы вот посмотрели предыдущие ролики, и, скорее всего, еще и прямой эфир сохранится, но также еще будет нарезан на серии, потому что стрим, скорее всего, будет достаточно долгий, и проще будет там по часу, по полтора нарезать серии. В общем, продолжаем мы с того места, где закончили, а именно мы сейчас идем с вами вот в эту кузню. Как она? Адамантиновая кузня называется. И вот тут вот у нас еще задание появилось. То есть мы сейчас находимся в подземье в Гримфордже, так называемом. Собственно, здесь мы будем сегодня с вами изучать локацию. И попадем в еще одну не менее прикольную локацию. Так, ну что, давайте, значит, отправимся в Гримфордже. Здесь у нас, значит, по отдыху нам он не нужен. Вот только-только сюда попал на эту локацию. Давайте вот эти формы пособираем. Они для чего-то нужны. Опа. Опа. Who are you? Вот это нежданчик прилетел, так сказать. 33. Ну, они что-то какие-то вяленькие. Так, этот тогда у нас сюда уходит. Мы сейчас расставляем наших героев. Это сюда. Бафнем ее на всякий случай. Вот этот молодой человек у нас сюда идет. И попробуем, давайте. Блин, а я не достаю, да? И тут я не достаю. Хорошо, а в тень мы можем уйти? Да, отлично. Я, если что, бахну потом с него. О, попер, попер, попер. Не, ну это было зря сделано, однозначно, ребята. Да что ты будешь делать? Еще разочек.
Не достаю. Так, дружочек, пирожочек, значит, ты у меня сейчас получишь. Ну и этого добиваем. Справились. Так, ну давайте посмотрим, что у них есть интересного. Двуручный меч 6-16. Интересно. Я так понимаю, да, у меня фул у этого. Так, значит, что мы делаем? Вот это вот сюда, это вот сюда, это вот сюда. Нам надо нашего товарища облегчить по полной. Так, у нас 4 этих. Я так понимаю, это для чего-то нужно. Так, во-первых, давайте все передохнем. Факел, факел. Так, F5. And I go. Угу, так. Давайте эту сторону посмотрим. Ведро с водой. Так, это... Журнал строительства кузни. В рассыпающейся от старости книге описаны научные и магические принципы постройки большой кузни. Итог экспериментов описан во всех изнурительных подробностях. Испытание молота 2.5.66.88. Кузня работает, но задействует лишь третью часть от своего полного потенциала. При нынешних показателях фрактализации молот может формовать различные сплавы одного адамантина, однако адамантин не показывает ни малейших следов обработки. Уровень гипотаресионности увеличены до 6,94, я так понимаю, теплотворность магмы удвоена. Ребят, извините, мне что-то сегодня
зрение барахлит в том плане, что немножко все расплывается. Это у меня обычно такое происходит, когда я не выспался или погода меняется. А погода сейчас меняется. Испытание молота 2.6.70. Результаты неудовлетворителен. Магма была перегрета, и адамантин был полностью раздроблен силой молота. Свойства перегретого адамантина любопытно, но я стремлюсь формировать его, а не разрушать. Поддерживаем уровни гипотрессионности. Теплотворность магмы снижена на 1/5. Так вот. Я мог бы, конечно, очки одеть, они бы мне сейчас помогли, ну, у меня просто очки, они фокусировку восстанавливают, но сейчас надо пару часиков поиграть, и нормально все будет. Ого. Выносливость дает. Так, что за письмо? Давайте прочитаем. Найти новые источники жилы мифрила поблизости уже почти исчерпаны. А потребуется его для новой затеи по расчетам брата Силова немало. Кое-кто из братьев стал звать его Грим в честь места его создания, не только когда брат Силов не слышит. Так, это мы вот сюда дадим. Значит, у этой мадам выносливость. Здесь выносливость под защитой тени. Носитель получает плюс 1 очко. Ко всем испытаниям, когда на него нападают. Ну, давайте. Need something? Не-не-не, я с тобой не хочу говорить. Я хочу на нее посмотреть. Забавно она выглядит, конечно. В этом шлеме. Let's get on with it. Onward then. Тяжелый сундук пусто. А, ну тут мы были. А тут у нас ничего не валяется больше. Ну ладно. Интересно, конечно, интересно. Так, ну я так предполагаю, нам по прямой вот сюда. Это как раз у нас кузня. Давайте F5. А потом мы пойдем в другую сторону. Centuries of blazing heat have smoothed away the plaque's inscription. Все перепрыгнули. Окей, вставьте предметы, где... Ну, давайте... 4, 4... Ну, давайте вот этот вставим.
Так, а что мне пишет адамантиновая Кузьма? Мы знали, что лунных башен мы добраться... Так, сейчас... Мы нашли адамантиновую кузню, теперь надо выяснить, как привести ее в действие. Так, это получается... А, сюда кору надо вставить, наверное. Да, сюда, скорее всего... А где она у меня? Вот она. А какой предмет-то нельзя объединить. То есть мне нужно вставить то, что можно объединить. А что мне можно объединить-то вопрос?
seems to be stuck. No use. It's blocked. Форма чешуйчатого доспеха. Форму можно использовать, чтобы создать уникальный элемент снаряжения. Судя по всему, она вырезана для конкретной кузни. Для булавы, чешуйчатого доспеха, для длинного меча. Хорошо, тогда получается... Может быть, это так работает? Для длинного меча, так, ставить. Хорошо, у нас есть скимитар. No use. It's blocked. А как тогда вставить предмет? А какой предмет-то надо вставить? Я не могу понять. What's the story? Давайте прогуляемся, может быть, что-то тут еще есть. Good.
lava elemental. That explains things. Стрёмно. Найти проклятый амулет. Ну, я так предполагаю, скорее всего, он вот у него. А чтобы с ним драться... Ну, давайте. Ну ты, конечно, даешь, братишка. Да, ничего не скажешь. Куда ты, блин, пошел? Алло. Куда пошел? Идиота кусок, а?
Куда? Надо сейчас будет это как его лечить всех. Хотя, знаете что? Мы можем, в принципе, всех так и оставить. Ждем голема, короче.
Говно. Так, а есть еще что-нибудь по холоду? Интересно. Он все равно отхилился. Вот это поворот. То есть голема нам, короче, лучше не трогать, я понял. Надо понять, что с кузней делать. Может, я понял, что надо делать. Все. У меня же есть кристалл, скорее всего, его надо бахать.
Нет? Но вы прикалываетесь. Так, мы нашли Адамантину, теперь надо выяснить, как привести ее в действие. Я не знаю, может, в дневнике написано, который мы находили. Скорее всего, я тупой. Ну вообще я же открывал, точнее, а вот у нее, да? Ну хорошо, давайте попробуем. Игра, короче, троллит меня. Понятно.
Так, я тут. Блин, я, короче, даже не знаю, ребят, что тут делать, честно скажу. Так, это... Надо что-то найти. Надо что-то найти, вопрос только что. А, я думаю, я хотел уже за этим сундуком сейчас идти, думаю, так, ладно, давайте он пускай нас его откроет. О! А вот и амулет. Слиток серебра. Still breathing, despite everything. Last come! The amulet is heavy, but holds a subtle warmth, like it was left under the sun. Suddenly, the metal surges with heat. You feel great power and an overwhelming urge to laugh. Can thou endure? Поддержать желание и расхохотаться. Бросить амулет, мудрость... Сопротивляться желанию. The laugh urge fades. A quiet power spreads from hand to head, then down to your feet. Thou hast done well. For what is a laugh, if not one step toward madness? Thou art the one! Return me, take me home, and thou shalt grow with blessings. Вернуть куда, кому? To thy granddaughter, Shira Clawin. Serves Ilmata, Shida. She waits in Worm's Crossing. Take me there. And thou shalt bathe in her golden gifts. Oh, thou shalt be blessed indeed. Ты провидение? Что с тобой стряслось? A ghost. I am sunlight on water, dew on grass. Sharons broke my body, but my spirit they could not. Well, not completely. Thou shalt return me home. It is written. That thing's tainted. Better to leave it than bear a dead man's grudges. Осмотреть амулет. Так, что? Etched on its face is an image of the dawning sun. Давайте религию бахнем. Фиаско. The image is striking, but you find no meaning in it. Сосредоточиться на сущности, каковы ее намерения. Beneath the rampant joy, you sense the monk's fear and sincerity.
He doesn't wish to harm you, but that doesn't mean he won't. You feel a chuckle coming on, but it soon fades. Так. Ну, амулет мы, получается, нашли, да? Осталось нам разобраться с кузней. Короче, нам сюда нужна какая-то либо руда, либо какой-то предмет. Ну, по логике вещей. И это у нас ведет... Давайте попробуем, знаете, что сделать? Более детально исследовать. Пускай эти тут остаются. Возможно, действительно, нам нужна какая-то руда. Вопрос только, где ее взять. Inside. О, жила какая-то есть. А как мне к ней пробраться? Ага, окей, давайте попробуем.